Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, обещанный пост о ледовой обстановке на общем водоеме. Лед достаточно плотный и хороший. Средняя толщина льда составляет от 14 и выше сантиметров. Но два момента, на которые стоит обратить внимание. Близко к VIP и спорт квадрату мы не подходим. Выход через седьмую беседку Карельского берега с завтрашнего дня не работает тоже. Выходим мы на лед. Либо через девятую беседку берега, клевое место. Опять-таки же, не забудьте одеть сапоги. Потому что все в хороших-хороших лужах. Тем не менее, лед проверяли. Вот лужи вот такие вот, видите. Лед хороший. И сейчас мы с вами идем, и я вам покажу еще один выход на лед. Берега, естественно, отходят все и становятся опасными. Выход возле седьмой беседки Карельского берега стал небезопасным. И без болотных сапог, и риска нырнуть там делать нечего вообще. Поэтому там мы не выходим. А вот такой вот у нас еще есть выход между коптильней и администраторской VIP. Сейчас я вам наглядно его покажу. Спортзона максимально подготавливается, и всю неделю будут производиться работы, и даст Бог, к выходным мы ее откроем. Итак, вот о чем я говорю. Здесь можно безопасно спуститься на лед. Здесь достаточно хорошо натоптано. И, в принципе, безопасно можно передвигаться. Так что завтра мы на лед еще при желании выходим. С учетом того, что народный день. И, конечно же, хочется всегда зимой лето, а летом зимы. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Приезжайте, ждем вас.